Стартовала вторая смена в летне-оздоровительных лагерях. Снежный, энергетик и юный турист приняли в свои ряды 218 юных магаданцев с учетом наполняемости 75%. Открытие провели в игровой форме. Дети-матросы, вожатые пираты. Ребятам нужно было отвоевать флаг, с чем они и справились. Также воспитанники прочитали речевки и девизы своих отрядов. Лейтмотив этой смены – море. Мероприятия, на самом деле, они запланированы ежедневно, как общелагерные, так и внутриотрядные. Мероприятия в тематику смены. Тематика смены у нас в этом году морская, по волнам приключений называется. Мы путешествуем по трем книгам Жюля Верна. Это «Дети капитана Гранта», «20 тысяч лье под водой», тематика этой смены. И финальная будет у нас, получается, «Таинственный остров». Ну, конечно же, такие фестивали, как фестиваль «Нептуна», «Карта сокровищ», конкурсы рисунков, «Гроза морей», «Амазонка», «Морской бой», межлагерные гостевания, шоу-импровизация, «Один в один». Очень много. Всех не перечислишь, потому что на каждый день есть свое определенное тематическое мероприятие. Также в лагере действует система дополнительного образования от декоративно-прикладного творчества до журналистики. Для детей в лагере предусмотрено шестиразовое питание. С ребятами работает большой педагогический состав – более 30 человек. Смена продлится с 1 по 21 июля. Построен старшим матросом Алевтиной Сергеевной Глинь.